Третьяк мне рассказывал, что особой пикантности матчам с чехами добавляло вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году. Он говорил, что вплоть до того, что чехи плевали в лицо, бывало, и не здоровались, в лицо плевали. Было это? Ну, оскорбления были. Ну, вы знаете, они в лицо-то прям не плевали. Это, может, болельщик плевал, игроки нет. То, что они нас расстреливали, говорили очень оккупанты, там, такие слова. Это, да, хоккеисты. Было. Да, хоккеисты. Что значит расстреливали? Ну, это вот как вот Сухи вставал, там, ту-ту-ту-ту, забьет гол, и ту-ту-ту-ту-ту, показывает, что он нас... Да. Было это все, но это же по центральному телевидению показывали. А то, что они, вот даже в 72-м году, когда мы поехали играть с НХЛ, там тоже же были эти, как у иммигранта чехи, где к нам вслед кричали оккупанты туда-сюда. Ну, работники... И агенты Канады сказали, говорят, вот у вас есть коридор, идите, не обращайте внимания. Кто в этот коридор войдет, они получат по заслугам. Они вот, как я говорю, чего вы лаете-то там? Вы говорили им, да? Ну, я так иду, не говорил, они просто просили нам не отвечать на это. Говорят. Они только лают за коридором, а в коридор боятся, потому что их отметили, там, и не будут спрашивать, правильно закон там принял, это, демагогией заниматься не будут. И они вот там кричат, они даже, где вещи у нас это как были, вот мы отвезем форму как на стадион, а багажное отделение пустое, вот туда вот ярые залезали, только открываешь, и оттуда выбегают, туда кричат, пакости все, было же, но... Что здесь? Но могу сказать, это не... Ни канадцы, ни американцы. Истины. Угу. Нет, это иммигрант. Вы с чехами, с ребятами не пытались поговорить, выяснить отношения, сказать, ребята, ну не мы ж к вам входили на танках, в конце концов? Ну, а зачем? Ну, я вот, ну зачем? У нас как, ну, прошло какое-то время. У нас остались очень хорошие. Сейчас да? Нормально, да, вы встречаетесь? Нормальные взаимоотношения. Да, когда играли, да, там что-то говорили. А сейчас играем и по ветеранской линии встречаемся, разговариваем. А в то время просто, ну, что говорить-то, если у него такое мнение? Она, ну, что?